Хочу, говорит, на ладошке перекусить. Давай сюда. Солнце. Давай. Да я тебя поглажу. Белка, кстати, тяжеленькая, хорошенькая. Я, говорит, хорошенькая, говорит, тяжеленькая. Злой дятел прилетел сюда, конечно же. Чирикал, чирикал он. Недовольный. Ах ты, злодейка. Какая белочка. Ну-ка, солнце, развернись. Вот, молодец какая. Ты у нас кто? А я, говорит, у вас мальчик. Я, говорит, мальчик у вас. Какой, говорит, я красавец какой. Прибежал. Молодец какой. Подожди, мальчики у нас грибочки не едят, да? Да ладно. Я думал, тут один, а тут их... Тут еще двое. Не, вот эти двое, они давно тут бегают друг за другом. Но они вроде убежали отсюда. А вторая где? А вторая, я говорю, вон там, говорит. Тут еще третья бегает. Орешки прячет. Злодейка какая. Не, смотри, мальчик. Я, говорит, мальчик, говорит, но все равно, говорит, орешки. Грибочки, говорит, ем. Злодей какой. Грибочки. Ты никуда не двигайся даже. Все, говорит, поели грибочки. Вот мне интересно, после грибочков заходят огурчики или нет? Солнце. Я знаю, что после огурчиков грибочки не заходят. Да, и наоборот тоже не заходят. Это что такое вообще? Не, кормушки полные сейчас. Я насыпал. Кормушки полная. Я к тому, что... Белка залезла в кормушку. Злодейка какая. Сижу, говорит, хвост только, говорит, наружу у меня торчит. А там еще одна, да. Я, говорит, еще одна. Это ты кто такой? Это голубь пролетел мимо. Солнце. Голубь прилетел и всех белок выгнал отовсюду. Это что такое? Да я тебя поглажу вот так вот. Ты ж хорошая какая, смотри. Ты же мальчик у нас. Хорошенький какой, а? А я, говорит, хорошенький, говорит. Гладьте, говорит, меня. Злодей. Это какая-то трусливая белка. Вот это вот. Ну и чего, она за хвост укусит, не укусит. Давай, кусай за хвост. Нет, говорит. Страшно, говорит. Давай за хвост кусай. Дед, говорит, не буду. Что-то, говорит, неохота. Злодейка какая. А это убежала. Да ладно. И водички не попьешь. Это они выясняют отношения, да. Мы, говорит, выясняем отношения тут. Тут-то. Он что-то мимо пробегал морковки. Говорит. Морковку, говорит. Укушу. Вода тут есть, кстати. Вода есть. Полная банка. Фокус, ты где? Вот он, я, говорит. А где еще одна белка, которая орешки прячет? Я тут орехов раскидал везде.
специально, чтобы снимать белочек, как они роются в этой листве зеленой. И что в итоге? А, кстати, синица живет в этом дупле. Надо же. Я сейчас видел, как она вылезла отсюда. В этом дупле. Ну, я не знаю, залезет она сейчас или нет. Сколько у них времени надо, чтобы вернуться? Лазаревка тут живет. Видимо, у нее птенцы там. Она сейчас полетела куда-то. Ну все. Белки. Вернулась белка. Вернулась. А, там собака бегает. Ну все. Такое видео незамысловатое. Вон собака побежала. И ягод тоже побегу, блядь.